Подарки. В какой-то вчерашней, позавчерашней, советской, греческой, македонской, в какой-то нелепой, далекой, страшной жизни, египетской, вавилонской, меня убивали в лоб из флангов, мечами, дротиками, стрелами, пикой, но и я убивал. В смертоносных фалангах я был впереди, и Александр Великий, мой бог, мой вождь, потомок Геракла, дарил мне золото и диаманты. А я боялся лишь яда или теракта, особенно в Индии и в Самарканде. Или вот я, верховный жрец в древнем Египте, умирая фараон, владыка вселенной, дарит мне место в своей пирамиде. Пришлось 40 лет вскрывать себе вены. И как будто вчера я таскал пулемет в Испании, а потом в Кзеларде тачки с рудой в знойном июле, умирал равнодушно, без страха и паники, получив от чекистов в подарок две пули.